Всем здорова, с вами Гидро 94, сегодня у нас RYTP от Вливаса. Теория большого лайфхака от сливки шоу RYTP. Подобное я уже видел как-то у Вледушки, пуп на эту тему. Но что ж тут сделал Вливас, я даже не знаю. Данный пуп было очень сложно делать, так как делал не на своем ПК. Вообще живую роскошь такой нет, и вот смог сделать видео ради вас, мои дорогие. Так вот. 3, 2, 1, погнали. Да, на видео не есть никакого оскорбления, лишь личный характер. Тут. Всего нужно приготовить куки. За что? Добавим с мяса излишнюю прожилку и сало. Что за жесть началась сразу? А нахуй. Да мне пошел тип. А это плевать, пошутил ты или нет. Пидорасина! Иди сюда, говно! Да уж. Большинство хозяев кормят своих любимцев говном. Не знаю, я говном не кормлю своих любимцев. Умаева, му синдейру. Нани! Сатана, бля. Все запенил, бля. Говорил же я, не умею, ни разу не пробовал, бля. Если вам пришла повестка, то бежим отсюда. Действительно, бегите отсюда. Если вы почти доели пачку чипсов, и там остались только мелкие кусочки, возьмите обычную папарус для кусочек и раздробите их на еще более мелкие части. Уже много лет по интернету блуждают. Нарун, сверди на зверь. Уцарай! Да чтоб тебя метеорит убил. Что все за руши динозавры? На несколько милей на лето, а сами идем играть скуку. Скляв лет, они тоже сдохнут к этому времени. Ау. Мы уже начинаем... Сразу фурятина началась. Жарко, но если рядом есть луки, надо охладить. Находи. Еще, давай! Куки, ты вообще что ли? Действительно, он вообще. Прогуливаясь по кладбищу, я подошел к большой луже и ушел мне к контакту. Да, охуительная история. И нам согласен узнать, что ты приемный. Из куколки начало вылезать какое-то существо. Горин. Я не понял, что это? Да это же горик на саламанку. Ты будешь съедем муравьями. Бесят. Нам захотелось получить. Мне тоже бесит, у них очень много у нас на даче. Куда я пойду, всюду вижу его. Мне его не хватает. Всем привет! Случилась у нас вот такая вот беда. Что? Офигеть, Куки, ты что тут делаешь? Зачем вы кота запихнули? Нахуй вам не надо это знать! Еще не 3 минуты. Эй! Какого хуя ты творишь? Заливай ебой на слепое шоу! Ты уверен, что он выставил? Да, бля! Ну да, я говорил, что до этого было уже в Левудушке. Ну все, дороги назад нет! Запускаю руку! И вот так вот снял я это. Трудно. Ну, в Ледушке был как-то все-таки посмешнее, мне кажется, пуп, но этот, то, в принципе, тоже ничего. Мне понравился, в принципе. Че, слишком много часто издевались над Куки, то из него фарш делают, то стрельную машину запихнули. Зачем? Непонятно. Это офигительная история, да. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео в своей группе, а так подписывайтесь на Вливаса и до следующего видео.